Чипинкост ТВ. Это жизнь о настоящих гэнгстеров гетто в городе Москва. Могучий глаголом тебя дрючит, великий и ужасный, жаль. Видите, красный, как Black Star пиарит тебя за счет Comedy Club. Если у вас есть лейбл, если у вас есть рэп-лейбл, никогда не пиарьтесь с помощью Comedy Club. Ибо Comedy Club всегда обсырал рэперов. Я их рот топтал. Никогда так не делайте. С вами был Чипинкос. А есть вариант ее запустить? Не вариант, да? Я тебя понял, братан. Все, давай связь. Эта улица как называется? Поварская. Мы сегодня находимся здесь, на улице Поварской. Посмотрите, что творится. Вроде уже, я думал, лето будет. А в итоге руки так замерзли, пиздец. Блять, ну как так? Что приходится курить сигареты одну за другой. Отношения, я так просто этот вопрос не могу оставить. Здесь ресторанчик какой-то. Отилио ресторан. Здесь у нас Ларри. Ларин рот я ем. А я не знаю, Ларри. Что за Ларри в адрес? Афиши, да, я тебе скину. У меня интернет. Да, на картинке есть туда. Интернета просто нет. Мы сейчас, короче, ребят, едем, знаете, куда? Я в один клуб. К Ларри, к нашему черному я братишке. Я на баррикадной. А потом может быть, смотри, какой едем вариант. В этот... Я сейчас подъеду в клуб Москва. В Москву. Потом оттуда ты сколько будешь ехать до Ларри? Ларри звук настраивает, я его жжу. Так, ну у меня, я без кэша, я могу Ларри. Тебе на карту перекинуть, тебе это поможет? И вот так кидаем. Похуй, блядь, что убираются, не убираются. Fuck it up! Йоу, всем привет, народ, всем привет, с вами Чипинкос. И рядом со мной находится мой братишка Шэгмен. Йоу, what's up, как сами? Йоу, сегодня мы идем, короче, опять гулять. А ночью мы едем в клуб, да? Сегодня, кстати, есть один клуб, он называется Гараж. Эта тёлка на меня посмотрела. Ну ладно, это потом. Сегодня, короче, есть клуб «Гараж». И сегодня мы хотим туда пойти. Шеги, ты как, не против? И сегодня это не просто клуб. Сегодня олдскул пати в гараже. Давай. Все рэперы собираются. Вход бесплатный, заходите только 100 рублей возьмите с собой, потому что гардероб платный. А без верхней одежды вас не пустят. Шеги знают все. Не. И Чипинко сносит вообще широкие штаны с 2005 года. Йоу, я с 2006. Шеги с 2006 носит. Ну и, короче, вот такая вот движуха. Чипинкоса уже все знают.
Шеф, пам, все русские рэперы уважают Черненкос. Они не относятся к нему как к пидору какому-то, знаете. Может, я говорю, в инете заходят, засирают, да, вот. ВКонтакте, может, под другими чужими никами заходят, там, обтирают туда-сюда. Но в жизни они такого не говорят, уважают, всегда протягивают руку, здороваются со мной. Шеги свидетель этому. Шеги видит это все. Ни один рэпер еще неуважительно ко мне не относился, потому что видит, да. Ладно, ребят, давайте, до скорого. Давайте, усы. Cruising down the street. MI-64. Jack in the bitches. Slap in the hole. И вот так мы, короче, сидим в крошке картошки. И пьем кофейку. Смотрите. Здесь все. Motherfucking ключи, наушники, сигареты, я его рот ебал. И главное, Шеги здесь. Йоу, what's up? Ну давай, расскажи, Шеги, куда мы сегодня едем? В клуб-гараж едем, на олдскул пати. На олдскул пати. Как ты думаешь, Шеги, рэперам обязательно носить широкие штаны? Или это типа понты? Ну, либо широкие, либо прямые штаны. Либо олдскульные прямые, либо как Golden Age широкие. Я считаю так. Но не узкие. А что ты скажешь насчет колоколов? Колокола это охуенно. Я сейчас в колоколах. Колокола это пиздата. Напоминаю, колокола это больше, чем широкие штаны. Это больше, чем трубы. Трубы это больше, чем... Это самые широкие штаны в хип-хопе. Самые широкие штаны в хип-хопе. Вот они. Карманы большие на них всегда. Всегда большие. Так что если вы хотите... Если вы любите эту музыку, вы должны чувствовать эту музыку, подражать этой музыке, говорить, как эта музыка, жить, как эта музыка, делать все. Как Ризы говорят, или Джизы, я точно не помню, что так главное. И брать все с этой музыки, начиная... Начните со стоков. Начните со стоков, и вы поймете, о чем я говорю. Просто, блять, вы, как, которые сейчас на меня смотрите, я ваш рот топтал. Не всех, конечно, но те, которые считают сейчас то, что я несу бред насчет широких штанов. Пошли вы нахрен. Все легенды рэпа одевали широкие штаны. Все. Начиная с нотариуса B.I.G, кончая Ракима. Ракиму сейчас 50 лет, а он до сих пор в широких штанах. И я считаю, на него надо всем равняться. Именно на Ракима. Потому что человеку 50 лет, а он до сих пор не сменил свой стиль. Он предан этому стилю. А вам, блядь, 30 лет, увидели, блядь, как ходит, блядь, всякие Тимати, Мимати, Басты, сразу, блядь, все сняли себя, блядь, и тупо, блядь, думаете то, что на вас будут не так смотреть, типа не модные вы будете. Да пошли вы нахрен. Если вам нравится музыка рэп, то одевайтесь как рэперы. И сейчас рядом со мной Шегмен. Он вам расскажет подробно, как выебать в рот человека, который носит каждый день джоггеры. Что именно рассказать, как выебать? Ну что, я считаю то, что вот эти джоггеры, максимум джоггеры можно носить хип-хаповские, которые широкие, специальные джоггеры такие. Но это даже не джоггеры, это более как хип, как его, брейкданс штаны. Такие хлопковые, широкие, с резинкой внизу. Да. А вот они пиздатые, я считаю. Я их ношу, допустим. А вот эти джоггеры зауженные, вот эти прямо обтягивающие с этой резинкой, блядь, ну, по мне это гомосятина какая-то. Я не говорю то, что надо носить именно хип-хоп одежду, всегда все быть рэпером. Нет, носи все, что тебе по кайфу, но не то, что по-гейски выглядит, то, что сейчас все носят каждый день. Каждый день я вижу серую массу. Захожу в метро с такой прической, в подворотах, в зауженных штанах, и все одинаковые. Ну, как-то вот так. Ну, всем ты их рот ебал? Конечно, ебал. И мы завершаем этот эфир. С вами был Чемпион Кос и Шегмен. У Шегмена сейчас важные переговоры. Есть, ману. Я в этом...
я с Чипингосом. Йоу.